Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор первого каталога Faberlic. Первый каталог этого года, очень интересный, много новинок. Поговорим с вами про новые БАДы. Итак, поехали. Новые БАДы у нас уже с вами сразу на обложке, теперь они официально в каталоге, да, в прошлом каталоге могли заказать раньше всех VIP-консультанты, да, до них еще партнеры уже давно могли заказать. Я заказала, я пью, у меня два БАДа, один из них сроком годности мы с вами в заказе обсуждали уже год как прошел, да, но выяснили, что причина была в логистике, собирались их год назад выпускать, и только получилось вот выпустить их в России. Мне нравятся составы, я пью антиоксидантный комплекс, вот этот витаминный до 40 лет, мне нравится, я чувствую себя с ними хорошо, как бы никаких нареканий, ничего нет. И знающие люди, которые разбираются в составах, говорят, что очень крутые составы с очень хорошими дозировками. А здесь у нас все разделено по категориям. В каталоге уже видно наглядно. На сайте можно посмотреть и в приложении состав. И на некоторые БАДы уже будут скидки. Я буду стараться брать БАДы со скидкой. Смотрите, у нас тут с вами на мужские будет, да, цена хорошая. То есть со скидкой консультанта в районе 1000. Это уже как бы, ну куда ни шло. На мужские тоже мужской. И несколько женских. Я надеюсь, что периодически будут скидки, будем брать, будем пропивать, потому что БАДы – это вещь классная. Я на себе убедилась, БАДы Faberlic работают. Вот эти, тут состав еще круче, поэтому, да, хочется. Коэнзим будет по приятной цене, антипаразитарный. Я надеюсь, что можно будет взять их по VIP-программе. По VIP-программе я могу уже брать два продукта, как бы ее преимущество, да. Пока их мало, раньше было больше, но они тем не менее есть. В прошлом каталоге по VIP-программе мне эти БАДы не позволили взять, да, по артикулу не находила VIP-программа, потому что их еще не было в каталоге, судя по всему. Надеюсь, в этот раз позволит, если то возьму именно те, которые хочу. Хочу еще парочку. Хочу антипаразитарный комплекс, да, на него и так будет скидочка неплохая, посмотрим. И знаете, что еще хочу, девчонки, сейчас найду. Иммунитет. Сейчас очень важно, это на самом деле хочу. Так, вот этот иммуномодулятор Форте. Очень хочется пропить. Он не дешевый, цена самая высокая. Но если по VIP-программе взять удастся, то будет здорово. А так будем отслеживать, на какие будут скидочки, будем брать, пропивать курсами. Так, у нас с вами в этом каталоге очень много вопросов по купонам. Девочки, их активировать нигде не надо. Не надо. У нас с вами на второй стадии оформления заказа в корзине, где персональные акции вверху, да, акции консультанта, будет список товаров, которые можно взять по купону. Из этого списка мы выбираем. Если у вас два купона, два товара. Если у вас 40 купонов, 40 товаров и так далее. Смотрим, что действительно выгодно. Потому что многие товары бывают и в каталоге со скидкой 50%, а многие и 60%. Поэтому здесь выгодно брать, я сейчас постараюсь остановиться на этих конкретно товарах, то, что редко, крайне редко бывает в каталоге со скидкой. Да? У нас здесь с вами уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия. Даже wellness, обратите внимание, декоративка, косметика для дома, которые редко участвуют в таких вот акциях, ароматерапия. То есть можно будет аромадиффузор, но мы сейчас дойдем до этого всего. И я вам расскажу. Хорошие цены в этом каталоге. На парфюмерию много на что. Есть прям очень вкусные скидки. Допустим, вот Дон Леон, один из достойных ароматов Faberlic. А Вулкана, Дон Леон, вообще вот эти вот все три, они все хорошие. 55% скидка. На самом деле здорово. И Товаро тоже, смотрите, хорошая цена. Urban Legend, нет, мне не нравится. Но это как бы на вкус и цвет. Многие хвалят Валькирию, мне тоже не нравится. First Class, моя любимая, тоже будет как бонус за покупки. Посмотрю, сколько у меня там в запасах, может быть, возьму еще одну. Уже ей, наверное, непрерывно пользуюсь год точно. И менять ни на что даже не хочу. Гиалуронка по желтым ценникам выйдет вообще за копейки со скидкой консультанта. Серия рабочая, серия премию взяла, завоевала, да, лауреат премии. Поэтому стоит на нее внимание обратить. Пилинги опять у нас с вами по скидкам. Берем кислоты обязательно зимой. Без кислот возрастной кожи никак. Поэтому обращайте свое внимание. Кислота здесь, собственно, шаг А. С – это микроэмбразия, как скрабик легенький гамаш, а С это крем. Поэтому, если не хотите или нет возможности взять все три шага, кислота это шаг А.
Куркума очень нравится. 699 рублей, нормальная цена вообще за крем за этот. Безумно нравится. 35 плюс идет линейка, но можно и раньше. Дневной крем с SPF. Жирной коже может быть тяжеловат. Поэтому я, если на улицу не выхожу, я использую другой дневной крем. Если иду, то наношу куркуму. Нравится, очень нравится. Увидела изменения на своей коже, особенно на зоне декольте. Мне понравилось это. Эффект разглаживающий, эффект накопительный, бархатистой кожи. Поэтому серия в любимчиках. Чуть-чуть осталось, да использую, может быть, какие-то новинки появятся. Серия с витамином С получается тоже кислотная. Это у нас с вами Bio Glow. Присмотритесь, обязательно серия тоже рабочая, очень классная. Global Oxygen на все времена. Лето, зима и так далее. Вот эти серии тоже на зиму очень рекомендую. Ретинол Pro, Ретинол Like, обожаю. Моей коже подошло. У нас с вами сыворотка на день, крем на ночь идут. Потому что здесь разный ретинол и нужно применять согласно инструкциям. Вся вот эта серия мне очень нравится. Активная сыворотка с коллагеном тоже великолепная. Имеет накопительный эффект. Если вы 2 раза помазались и хотите чуда, такого не бывает нигде. Также кислоты, обновляющий ночной лосьон, обожаю. Мусс для лица тоже хороший, но здесь 75 мл, он совсем малышка и стоит не бюджета. Очень редко бывают скидки на серию ICU, поэтому здесь как раз-таки будет выгодно применить купон. Пилинг-скатка, гель-скатка, вернее, у нас и так по хорошей цене, я ее очень люблю, я вижу от нее тоже результат, она работает, она классная, она суперская, кожу хорошо очищает. Можно взять пенку, допустим, смотрите, от черного ценника, она выйдет за 400 рублей. А так 599, то есть разница ощутимая. Патчи, кто любит Фаберлик, пожалуйста, черной цены 1700 пополам. Это 850 рублей, как бы тоже ощутимая разница, можно взять либо океаном. А вот эти кремы, гиалуроновый, ночная маска желе, активный крем для лица, великолепнейший крем с безумно крутым ароматом, но на него и так будет 45% скидка. В этом каталоге невыгодно. Гель-трансформер для лица, который многие девочки просто обожают. У меня никак руки не дойдут до него затестить, подобью свои запасы, хочу взять. Великолепные на него отзывы. Смотрите, 1000 пополам за 500 рублей его можно взять. Здесь 50 мл, нормально. Кушон. Опять же, если это все будет в списке, но я думаю, должно. То же самое, 2000 пополам за 1000. По VIP-программе выходит еще дешевле, там 70% скидка. Я его всегда беру по VIP-программе. А новинки, скорее всего, возьму все, потестируем. У нас с вами в серии Ума, без SLS, SLS, парабенов, фталатов. Новые вот такие шампуни и гели для душа, 3+. Вся эта линейка 3+, то есть на Крис не протестирую, на Ксюшке. У нас здесь с вами шампуни, бальзамы, пена для ванн, меняющая цвет. Вообще очень интересно, потестируем. Детский гель для душа. Цена 159, со скидкой консультанта 110 рублей, где-то выйдет ни о чем. То есть дешево, сердито и очень интересно. Если что-то хотелось вот из декоративочки дорогое взять, допустим, запеченный бронзер, тоже очень выгодно. На такие продукты редко у нас бывает скидка. Выгодно взять будет по купону, да, делим черную цену пополам, получаем цену, за которую можем вместе с купоном приобрести. Так же, как и вот эти тени. За 500 рублей можно будет взять со скидочкой. Различные палетки выгодно. Туши, помады не очень выгодно, потому что на них периодически бывают все-таки скидочки, и разница выйдет неощутимо. А вот палетки, кушоны, тональный крем дорогой, вот это выгодно брать, на который редко бывает. Вот Do The Best тоже очень редко бывает на эту серию. Скидка по купону, можно присмотреться, посмотреть. Буду брать обязательно масло для ногтей с Монардой. Его нет в каталоге, но на сайте оно будет. Я доиспользовала, я прям в диком восторге. Мои ногти в диком восторге. Какой классный уход, как быстро впитывается. Я вижу результат, вообще супер. Так, палочки возьму, заканчиваются в запас обязательно. Пробники туалетных вод возьму, потому что хочется потестировать. Они не дешевы, за 70 рублей. Посмотрю по VIP-программе, будут ли они доступны подешевле. Но, тем не менее, все равно хочется потестировать, потому что в прошлом каталоге пробников не было. Они появились там уже поздно. Поздно появились, когда уже заказ был сделан, и за пробников уже совсем не хотелось сделать еще один. Много скидок интересных, много наборчиков можно набрать. Впереди все-таки еще будут праздники. Не за горами 23 февраля, 14. Можно потихоньку вот так собирать. Я люблю так делать, чтобы у меня уже собранные подарочки стояли. Кто-то приходит в гости, я раз, презент небольшой.
Аромадиффузоры, вот, если их можно будет взять, ну, вроде как можно, 1400 пополам за 700 рублей, то есть это нормально, не 1000 уже, как они здесь у нас представлены. Свечку, кто давно хотел, допустим, за 750 рублей можно будет взять, 1300 пополам. Также масла, но на масла и так бывает хорошая скидка, иногда периодически некоторые масла можно взять и в каталоге дешево. Уход за волосами салон Kia. На него редко бывает скидка, он не очень бюджетный, но сейчас вот по купону невыгодно, потому что и так на все 45. 29 рублей всего выгоды, как бы это ни о чем. Вот, собственно говоря, у нас серия Wellness. Если можно будет взять коктейли, то коктейль обойдется в 1500. Я такие вещи тоже брала раньше всегда. По VIP-программе гораздо дешевле. 3000 пополам, 1500. Да? Посмотрим, что можно будет из Wellness взять. Супы как бы то же самое. Wellness большое количество продукции. Я давно, знаете, что хочу взять? Псилиум. Он не бюджетный, 1100 пополам будет 550 рублей. Все-таки уже не 800, давно хочу взять. Семена чиа, они и так всегда с хорошей скидкой. А фитоконцентрат тоже в основном всегда с хорошей скидкой невыгодно. А вот это можно взять. Так, БАДы. Но пока будем новенькие пробовать. Из стареньких я пью сейчас витамин D3, живицу пьем вместе с Ксюшкой, пихтовит. Очень хочу прогумин урвать. Но вот постоянно, как делаю заказ, его нет на складе. Смотрите. Желтые ценники на травяные сборы. Травяные сборы великолепные. Сейчас варю компот. Вот сегодня в Дзене буквально снимала ролик. Компот для иммунитета. И добавляю туда пакетик чая сбора, вернее, иммунити. Смотрите, какой шикарный состав. Эхиноцея, чабрец, земляника, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай, березовые почки. То есть, либо помогает вашему иммунитету оставаться в тонусе, либо, если заболели, не разболеться. Очень хороший сбор. Уже убедилась не раз на Ксюше. Из серии «Дом» из бытовой химии буду запасаться, за праздники позаканчивались просто порошки. Здесь уже у нас цена сыграет только при покупке двух. Два и возьму обязательно. И кондиционеры тоже все-все-все позаканчивалось. Прям жду, не дождусь сделать заказ. Кондиционеры будут по 170, нет, это рефрешер, по 199. По 199 рублей практически все у нас здесь. Гели для стирки 399, я их не беру и не люблю. Из бытовой химии, наверное, все. Все остальное у меня прям в запасе есть. Дальше у нас с вами одежда. Мы ее пролистаем. И в конце такие небольшие скидочки, небольшая распродажа. На ботанику, помадки старые. Ну, не все из них старые, но те, которые пользуются минимальным спросом, всегда выводят в распродажу. Зимняя ярмарка она у нас будет называться. Glam Shine помада с таким металлическим блеском. Она неплохая, многие такую любят. Ухаживающая губная помада Glammy мне не очень нравится. Тестила. У нас с вами моноароматы будут со скидкой 50% по 299 рублей. Я знаю, многие девочки любят сирень взять. Яблочко. Многие прям любят моноаромат. Они не очень стойкие, но тем не менее вкусненькие и достойные. Парфюмерный гель для душа. Очень люблю Фаберлик. Аромат, конечно, к сожалению, не остается на теле, но они пахнут сами по себе великолепно. Пенится тоже замечательно. Бонжорно обожаю гели для душа. Вот для них цена очень хорошая. Со скидкой консультант 100 рублей. 250 мл. Замечательная. Ботаника вообще 169 рублей. 400 мл. Просто красота. Бери, не хочу. И на уход за волосами и за лицом от Ботаника тоже. Вот эти шампуни, недавняя новинка, нравятся. С удовольствием с Ксюшкой пользуемся. Блеск от них на волосах. Они действительно такие натуральные. То есть для сухих волос надо что-то сверху обязательно запечатать. Объем от них дольше держится на голове. При корневой не так жирнятся корни, поэтому хороший уход, мне понравился. Морошка, много раз вам тоже говорила, обожаю. Давно хочу взять вот такие перчаточки, они как у нас многоразовые же, да, поэтому хочется взять и периодически делать уход за ручками, маслами напитать, допустим, одеть перчатки, чтобы ходить, мне кажется, это будет здорово. На серию кошка скидки, кремушки для рук, мыло и зима. По адекватным ценам. Очень классная серия. Посмотрите, если у вас зимой сильные морозы и надо выходить на улицу, не можете одеться дома, да, этот период,
то вот серия «Зима» прям спасает. Я пробовала на Крестюшке, мазала ей из баночки вот этим кремом. Тут у нас 6%, 4% для лица и 3% для рук. Ши, масло ши. Да? И у нее щечки не так краснеют на морозе, совсем слегка. А если не помазать, то прямо она у меня алая приходила и могло даже потом быть шелушение. Поэтому действительно работает. Для новичков будет хороший подарок. БАД Омега Форте плюс как раз чай, про который я говорила, иммунити. Великолепный. Великолепный набор на подарок, просто замечательно. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать, будем общаться. Ну и на этом все, мои хорошие. Если остались какие-то вопросы, задавайте. Всех люблю, целую, всем пока-пока.